Всем привет! Снова Глебский и снова здравствуйте! Пришла зима и наступило время готовить согревающую еду и пить горячительные напитки. По этому поводу я сегодня себе буду готовить на сковороде свиную грудинку с брюссельской капустой. Сегодня мне понадобятся вот такие продукты. Брюссельская капуста, свиная грудинка, она уже прикопчена и ее тонко нарезали в магазине. Вместо свиной грудинки можно использовать почеревок, но почеревок будет заметно жирнее. Хотя вот эта грудинка, которая у меня сегодня, у нее вот эти прожилки сала достаточно тонкие и, возможно, я еще добавлю просто пару кусочков сала дополнительно, потому что жира может здесь не хватить. Яблоко, синяя луковица, причем именно синяя. У меня есть видео, называется «Ароматная утка», там тоже сочетание синей луковицы и брюссельской капусты. Я ссылку в описании помещу. Растительное масло, соль, перец, и можно начинать готовить. Первым делом надо подготовить для запекания в духовке брюссельскую капусту и лук. Брюссельскую капусту можно ставить как есть, но если какие-то экземпляры сильно крупные, то их тогда можно разрезать пополам. А луковицу надо просто разрезать пополам. Теперь надо брюссельскую капусту и лук немножко смазать растительным маслом, посолить и поперчить. Для этого я отправляю капусту в такую вот глубокую миску. Добавляю растительного масла чуть-чуть. Поперчить, посолить и перемешать. Я поставил духовку разогреваться до температуры 190 градусов. А пока она нагревается, надо будет выстелить вот этот вот противень бумагой для запекания и выложить на нее брюссельскую капусту и лук. После того, как брюссельская капуста и лук провели в духовке 15 минут, к ним надо добавить яблоко. Для этого яблоко надо разрезать пополам и удалить семечки. Пока яблоко запекается вместе с луком и брюссельской капустой, я порезал свиную грудинку на вот такие вот небольшие прямоугольники и сейчас обжарю на сковороде. Похоже, грудинка оказалась совсем не жирной, поэтому я добавлю еще немного сала.
Ну что, вот и настал этот волнующий момент, когда можно наконец попробовать эту горячую сковородку с брюссельской капустой, свиной грудинкой, яблоком и луком. Рассказываю. Это невероятно вкусное зимнее блюдо, но я не знаю, к какой категории его правильнее отнести. Может быть, это какой-то теплый салат, хотя, не знаю, как-то на салат тоже он не тянет. А по-английски это называется хэш, то есть такая вот мешанина. Ну, можно сказать, что мешанина на горячей сковороде. Очень вкусно, вот это отличное сочетание продуктов. Лук, яблоко, свиная грудинка, брюссельская капуста. Ну, невероятно вкусно, очень рекомендую. Если вам понравилось, что и как я сегодня намешал себе на сковороде, то ставьте лайки, нажимайте на кнопку подписаться. А на сегодня новостей больше нет. Всем большое спасибо, пока.